Какое счастье, что вы не жарите шашлыки в районе Ивантеевки. Решились, нашли в себе силы, доехали, сидите в темных каких-то подвалах и слушайте музыку о природе, о том, как хорошо вы сейчас где-нибудь пожарите шашлыки. Ну, на самом деле, первая песня так называлась «Первый день лета». Сегодня первый день лета, мы сегодня защищаем детей. Кто не успел, пожалуйста, увидите детей на улице, тут же бросайтесь со своей опекой. Вот. Ну и кроме того, сегодня исполняется 199 лет со дня рождения Михаила Ивановича Глинки. Вот, это величайший совершенно для нефтяной олигарх прошлого. Вот. Следующая композиция называется «Точка зрения». «Точка зрения». В последнее время есть в машине радиоприемник, а что еще делать? Приходится стоять в автомобиле, в пробке. И вот там в свое время проблема о том, вот дети американцам нельзя отдавать, можно отдавать, давайте приютим, давайте защитим. Во Франции там свои сложности, тоже нельзя отдавать детей, давайте. Вот такой очень вопрос. И действительно полное ощущение, что вот действительно вот в пору так, табличку повесить, страна закрыта, все надоело здесь жить, все отсюда уезжают, начиная с детей, кончая пенсионеров. Страна не приспособлена для житья. Но это не так. И попробуем сейчас своим творчеством доказать, потому что у нас замечательное прошлое и настоящее. У нас много великолепных людей, которые ходят на наши концерты. Точка зрения. Не унываем, господа. Thank you.
Я вчера и сегодня часть дня общался с одной дамой из Дагестана. Очень милая женщина, она очень хорошо понимает по-русски и примерно, ну, понятно, о чем она говорит, во всяком случае. И такая женственность такая восточная, покорность, свекру, вот эти какие-то обычаи интересные. Слушаешь и понимаешь, что действительно вот, все-таки какой-то феодальный вот, машина времени. Это удивительно, знаете, удивительно. И в то же время женщине необходимо быть украшенной такими добродетелями, как покорность, мягкость. Вот это вот. Есть чему поучиться, на самом деле. Ну, я думаю, что многим нашим дамам это не грозит. Тем не менее, пьеса называется «Глина» о пластичности женской сущности. Глина. Thank you.
обязательно сегодня ночью, а она уже скоро наступит, найдите возможность посмотреть на небо. Мы так редко это делаем. Наверное, боимся увидеть там запрещающие знаки. Вполне естественно. Мы с вами жители города и подвержены очень сильным волнениям. Окружающая среда у нас такая реакционно-враждебная. Но вот сегодня ночью разрешите себе посмотреть на небо. Желательно с кем-нибудь рядышком. Посмотрите, как звезды смотрят на нас сверху вниз. Изумительное время настает. Изумительное. Как мы с вами мечтали. Мечтали, что вот стают эти несчастные сугробы. Наконец-то выйдет антитабачный закон и прочее. Все это наступает. Смотрите, как здорово. Итак, «Звездная ночь». Так называется следующая композиция. Пожалуйста, используйте на все 100%. Thank you.
выступая, конечно, волнуешься, тревожишься. Ну, это вполне естественно. Многие скажут, ну что вы все играете одно и то же, сколько можно, придумайте что-нибудь еще, показывайте фокусы какие-нибудь с белыми ушами. Вот. Но мне кажется, что каждый концерт, каждая встреча, она ведь плод определенной какой-то внутренней работы каждого участника. Мы, конечно же, волнуемся и надеемся, что у нас получится диалог, получится выступление, получится контакт с вами. Следующая композиция так и называется «Тревоги и надежды». Thank you.
получается, я не знаю, может быть, вы не слышите, такое ощущение какой-то пульсации сверху, всюду жизнь, это вполне естественно, скорее всего, там свадьба. Непонятно, или это приветствуется что-то такое грядущее, или отчаянно прощается с прошлым. В любом случае, я вам благодарен за то, что вы, так сказать, внутренний эквалайзер как-то правильно настраиваете, на мой взгляд, и пока что еще не пускаетесь в пляс. Следующая композиция называется «По краю». И, кстати говоря, она касается любого творческого человека, который должен для себя решить, что для него главнее, или творчество, или все-таки кредитные билеты Государственного банка. Вопрос очень важный. Каждый решает, как может, но тем не менее трагичность этого выбора очевидна. В любом случае человек будет неудовлетворен, судя по всему. По краю, так называется следующая композиция. Thank you.
Юлия Маликова. Далее Лагач. Мы переходим к пикантной и очень интересной страничке нашего концерта. Дело в том, что я с детства ненавижу певиц, особенно академических. Во-первых, таким голосом никто нормальный человек, ну, если только в очереди, может быть, где-то, не разговаривает. Ну, если мы так будем между собой разговаривать, мы многого в жизни можем упустить. Особенно, если это разговор с ГИБДД. Вот. Поэтому мне непонятен совершенно вот этот вот эстетический идеал певиц, которые выходят, что-то такое поют, и все в изумлении, значит, падают ниц, но тем не менее на оперу все равно не ходят. Вот. И вы знаете, есть только два, наверное, исключения. Вот одна из них певица — это Кэтлин Ферье, да, по-моему, так зовут. Удивительно совершенно. Она смогла. А вторая певица, совершенно, вы знаете, это удивительно. Мы с ней вместе учились. Мы ходили в детский сад. Ну, каждый, конечно, в свой. Да. Да. И она стала петь. И вы знаете, она училась много. Но учиться мало. У нас много экономистов учатся. Да. Учиться мало. А тут еще призывают. И я когда приходил к ней в гости, она очень хорошо готовит, шанишки, там, пирожки всякие. Вот. И я кушаю, она еще и поет, стоит рядышком. И там у нее еще собака бегает. Идиллия, короче говоря. Вот. И вот спустя некоторое время я узнаю, что, оказывается, моя подруга уже и в Большом театре поет, и в Ковенгардене, и так далее. Уже получила звание заслуженной артистки России. Вот. А мы все как-то вот по клубам, да. Ну ничего. Так вот, что-то вокалистов я ненавижу, да. А вот тут так получилось, что вроде сказать это не очень удобно. А с другой стороны, я первый раз могу сообщить, что действительно это уникальный человек, который смог разбудить во мне любителя женского вокала. Я с удовольствием вам представляю заслуженную артистку республики, лауреатку многих, очень многих, слишком даже многих, чтобы об этом можно было сейчас говорить, Яна Иванилова. Яна Барочная. Вы не ослышались. Барочная певица. Вот, поэтому мы споем вот новое произведение. Оно называется «Утешение и романс». Утешение. Мы все нуждаемся в утешении, особенно в дни заработных плат. Вот. Так что всем будет понятно, чего. Ну, а во второй песне я вам расскажу подробнее. Как-то мы в следующий раз. Как утешение. Thank you.
я уже говорил, 199 лет назад родился Михаил Иванович Глинка. Замечательный композитор, один из первых, кто действительно сказал веское русское слово в опере. И фактически, по-моему, сколько я помню, использовал только цензурные выражения. Ну, во всяком случае, влияние европейской школы на Глинку очевидно. Ну, сейчас не об этом, хотя, конечно, это интересная тема. Следующая композиция называется «Романс», «Провинциальный романс». И кто из вас был в провинции, конечно же, поймет, о чем эта пьеса. Действительно, действительно, свой мир, свои грезы избыточные и ожидания Остапа Бендера. «Провинциальный романс». Я не понял.
сами путешествуем. Как все громко, боже мой. Это как опять замечательно сейчас. Мы плавно переходим в языческий мир. Я вот сегодня был на даче в Переславле Залесском. И вы знаете, там есть Синькамень. Я об этом часто говорю. Многие уже, наверное, сейчас со скукой и тоской смотрят на часы. Но тем не менее, это действительно интересное место было. А сейчас, если раньше поклонялись природе, камням, это считалось греховным, потому что это язычество, теперь поклоняется пиву, алкоголю и всяким безделушкам, сувенирам, там, что-то такое, такой тематикой патриотической. Вот. Что лучше, не знаю. Но вот Синькамень, он остается все такой же. Я подхожу к нему зимой, и он точно так же, не засыпаем снегом, я подхожу к нему летом, и точно так же он терпит на себе эти бесконечные босоногие следы страждущих туристов. Тем не менее, природа пока еще держится, она сопротивляется. Вот об этом следующая композиция. Синькамень о босоногих девицах Переславля. Удача. Удача
хотим знать свое будущее. Мы хотим знать свое будущее, мы хотим знать, о чем, собственно говоря, к чему стремиться, на что надеяться. Она меня встретила, сказала: садись, я все про тебя знаю, сейчас я буду рассказывать, и удивляйся возможности отплатить за это. Вот. И все рассказала про меня, я не знаю, откуда она вычитала, может, на сайте. Но, во всяком случае, все рассказал, я был удивлен. Я понял, что удачи в моей жизни нет места, все предопределено, все как-то уже известно. В общем, человек — это такая вот игрушка в бокале пива судьбы. Ну, на самом деле, время ушло, и кто знает, как оно там будет, но, во всяком случае, удача – это вещь, которую можно, наверное, притягивать себе. Притягивать. Я надеюсь, что у каждого сегодня будет удачный вечер. Я напоминаю, что у каждого сегодня звездная ночь. Пожалуйста, залезайте на крыши, на деревья. Вот. Ну, кроме того, удача – это, наверное, способ такой вот… Человек должен чего-то хотеть. Чего-то хотеть. Так, может быть, мы типа чай, красное вино, или что-то такое, в отпуск, чего-то такого интересного. И тогда действительно удача притягивается, мне так кажется. Удача. Пьеса о нашем будущем. Господа, прошу вас.
ваше разрешение, немножко покуражимся. Покуражимся, потому что творчество есть игра в песочнице, по большому счету. Некоторые это делают серьезные виды, надевают пиджаки, очки. Некоторые это делают с гребешком на голове, но все равно это игра. И вот мы сейчас будем с вами изображать с Дашей, скажем так, нервных. Боюсь этого слова сказать, но некогда близких, так сказать, совместно в общежитии лиц. Вот. Если, конечно, Даша не возражает. Песня называется «Феллини». Я недавно посмотрел фильм «Рим». Кстати говоря, потрясающий фильм, но не рекомендую его смотреть. Вот, лучше послушайте то, что вы сейчас. «Феллини». Так называется эта песня. Недавно собака появилась. Иногда призывать впечатление тоже какого-то. Просыпаешься, что-то хочет, морда это. То есть даже такое кинематографическое интересное. Везде шерсть.
понимаю, что скандалы весьма близки нашему потоку. Да. Следующая композиция посвящается Петру Ильичу Чайковскому. Называется «Чайковский везде». Навсегда. Знаете, у нас Пушкин и Чайковский, Чехов, вот еще, да. Изредка появляется так неожиданно бочком Достоевский, вот предпочитает так, для японцев, для иностранцев. Вот, у нас как-то вот, да, Чайковский. И слава тебе, Господи. Вы знаете, сейчас о нашем поколении судят в России по Калашникову. Сразу, вот что такое Россия? Калашников. И действительно было время, когда Россия ассоциировалась с Чайковским. Я предлагаю вернуться в то время хотя бы на несколько минут. Чайковский навсегда. Thank you.
электроника явно выигрывает с моими умственными возможностями. Я это признаю. Да, господа, я вас очень прошу, запоминайте эти минуты. Они очень редкие, к сожалению. Но то, что мы здесь сейчас с вами создаем вместе, и, как ни странно, свадьба тоже поутихла, это не случайно. Не так много, не так часто в жизни бывает интересных, приятных моментов. Вот, давайте помнить об этом сегодняшнем дне, первый день лета. И наша композиция следующая называется «Моменты радости». Значит, я напоминаю вам, «Звездная ночь» сегодня на крыше. На день, да? Празднует сегодня 199-летие в Глинке, защищая первого попавшегося ребенка. В общем, задание у вас обширно. Но, тем не менее, мы, несмотря на это, концерт продолжаем. И моменты радости сейчас прозвучат. Я сейчас даю специальный манок. Душа, знаете, душа радуется. Господи, Даша такая скромная. Когда это было? Thank you.
детском саду заканчивался компот. Почему-то макароны или там фасолевый суп не кончался. А компот все время кончался. Очень лично. Володя, а можно я про компот? Ну, пожалуйста. Вот у Володи он заканчивался, я косточку из компота весь тихий час сосала. Сережа. Какие у тебя ассоциации с компотом? Я к тому, что действительно наш концерт так легонечко подбирается к своему логическому завершению. Мы исполним сначала пьесу, которая называется «С тобой». Да. Она у каждого, как-то пьеса странная очень, она вызывает у всех странные, такие достаточно сентиментальные эмоции, но это правильно. Вы знаете, мы очень нуждаемся в соприкосновении, очень нуждаемся в какой-то правильной, здоровой интимности, и музыка помогает в этом плане, на самом деле. Ну, невозможно о музыке говорить, но все стремится к этому. По-моему, Ниша сказал, или Путин, не помню, что. Любое искусство стремится достичь высот музыки. Да. Вот, я подучу на эту тему, подумаю, а вы послушайте, пожалуйста, «С тобой». Мы завершаем наше выступление и по традиции очень благодарны вам. Действительно, наш невозможно. Это очень непросто. Не просто прийти на концерт, а сейчас это действительно поступок. И, да еще, мало того, что прийти, а еще ведь намекает, там, что нужно деньги оставить, потому что эти сволочи жить хотят, как ни странно. Вот. Спасибо вам.
называется «Вельчайная». Ну, кстати, в плане рекламы 16 июня этого года, воскресенье, площадка «Аристократ», усадьба «Джаз». Вот. Мы будем выступать и, в общем... Приходите, да, приходите. Что-нибудь вместе придумаем, покумекаем там. У меня будет новое платье. Замечательно. Thank you.
точили. Скромность, женственность, обаяние и прочие дефицитные товары представлены нашей замечательной и подражаемой Дарье Львовной Лавать. Записали дуэт, микрофон и контрабас. Вот скоро должен выйти диск. Денис Анатольевич Шушков. Пламенное сердце коллектива. Удивительный, неподражаемый маэстро кожи и палочек. Петр Андреевич Ившин. Я хотел бы напомнить, что сегодня для вас спела замечательная певица, моя хорошая подруга Яна Леонидовна Иванилова.